Господи, дай мне то, что мне надо. Вся душа моя открыта, и ты видишь, она страдает. Я не скрываю. Господи, дай мне то, чего мне надо. Вся душа моя открыта, и ты видишь, она страдает. Я не скрываю, что хочу много. Боже, дай мне много. То подлое во мне, что я слышу шевелиться, ведь ты же дал мне. Ну, прости, если я виновата. И дай мне то, чего я хочу. Успокой, Господи, мое сердце. Утоли мою боль. Утеши мою злобу. Боже, дай мне много. А ты захотела быть человеком, равным мужчине? Так будешь же. Но будешь притчей во языцах, позором среди жен. Твоя смерть — смех. Смехом тебя казню. И затоскуешь о своем ничтожестве, опять захочешь не быть. И не сможешь. Будешь иметь душу. Хоронили Мадонну. Она лежала в гробу, маленькая и сморщенная. Кто-то сказал: «Прости, Господи, мерзкая была старушенция». Хоронили Мадонну декаданса. Я такая добрая-добрая, как ласковая кобрая. Кто-то постучал палкой по крышке гроба, чтобы убедиться, точно ли мертва змея. Хоронили Мадонну декаданса Зинаиду Гиппиус. Я не верю в существование нечистой силы. Не верю ни в чертей, ни в ведьм. Впрочем, все-таки в существование ведьм верю. Вспомнил Зинаиду Гиппиус. Я не знаю ваших московских обычаев. Можно ли всюду бывать в белых платьях? Я иначе не могу. У меня иного цвета кожа как-то не переносит. Sie vor mir, saß sie mit einem Fremden hier. Das wäre doch sonderbar. Mit solchen zwei Vertretungen da, sie war nicht meiner zu nah. Entdeige mich für wahr, spricht denn diese Situation. Странное это было существо, словно с другой планеты. Порой она казалась нереальной. Как это часто бывает при большой красоте или чрезмерном уродстве. Кирпичный румянец во всю щеку, крашеные рыжие волосы, имевшие вид парика, Зинаида Николаевна сама из себя делала пугало. Все, что себе не говорю. Что себе не говорила. Нарочно грубое, пишу здесь все, что уродливое. Себе не говорила. Грубая, уродливая. Слишком изолгалась, разыгрывая себя Мадонну. А вот эта черная тетрадь ни для кого. Пусть будет изнанка Мадонны. Моя любовная грязь, любовная жизнь, любовная непонятность. Надо отделить непонятную мерзость от хорошей части души. А если мерзость так велика, что ничего не останется? Гроб опустили в могилу. Послышался глухой удар днища о крышку гроба, стоявшего ниже. Кто-то сказал: «Ни в одной постели, как в одной могиле». 4 года назад здесь был похоронен муж Зинаиды Гиппиус, писатель-символист Дмитрий Мережковский, знаменитый изгой Серебряного века.
1904 году газета «Дейли Телеграф» назвала Мережковского достойным наследником Толстого и Достоевского. Но российские литераторы потребовали от Дмитрия Сергеевича публично отречься от чрезмерной похвалы. Его 24-томное собрание сочинений, поэзия, исторические романы, религиозно-философская проза, пьесы, критика, киносценарии, мемуары – все под хвост истории. Осталось одно имя, как символ. Холод, покой, тишина, одиночество, блеск, аккуратность, шмякающие туфли с помпонами. Мережковский всегда казался мне более духовным, чем физическим существом. У него была черта, никогда не ослабевающая, устремление всех мыслей и воли к одной цели – к созданию царства духа, к преображению души. В свое время Гёте сказал: «Все приходящее, есть только символ». Мережковский взял его слова на карандаш и в декабре 1892 года на вечере Петербургского литературного фонда провозгласил начало эпохи русского символизма. С его доклада о причинах упадка и новых течениях современной русской литературы началось 30-летие Серебряного века. Из доклада Мережковского: «В эпоху крайнего торжества литературной пошлости людям нужна вера, нужен экстаз, нужно священное безумие героев и мучеников». Однажды на обеде вольного философского общества дама пожаловалась соседу по столу, служителю церкви: «Как скучно, подают только телятину, надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца». Длиннобородый иерарх церкви побагровел и поперхнулся. Дамой была Зинаида Николаевна Гиппиус. Рассказывать о Мережковских очень трудно. Оба они были совсем особенные, совсем необыкновенные, и с обычной меркой к ним не подойдешь. Каждый из них, и Дмитрий Сергеевич, и Зинаида Николаевна, мог быть центральным лицом большого психологического романа, если даже совершенно вычеркнуть их литературное дарование, а просто рассматривать их как людей, которые жили-были. Тэффи смеется, нарочно злит сладкую парочку, как это бывало при жизни. Гиппиус и Мережковский перевернулись бы в гробах, если бы услышали о себе простецкое «жили-были». Ведь они же совсем особенные. Их встреча была провиденциальной. Легенда гласит, когда Мережковский впервые увидел фотографию Зины, он воскликнул: «Какая рожа!» Хозяйка рожи, чахоточная дочь прокурора Тульской губернии, 18-летняя Зиночка Гиппиус, была музой Боржоми, куда мать привозила ее и еще троих дочерей подлечиться. Слабое здоровье, тяжелая душа и прокурорский ум встречали статную девушку-иглу с косой до пола. Писать стихи о любви и смерти Зина начала с 11 лет. Поклонники вызывали у нее отчаяние. Девичий дневник горел признаниями: «Я в него влюблена, но ведь я же вижу, что он дурак». С Мережковским случилось что-то совсем ни на что не похожее. За полтора года до личного знакомства Зина прочитала в журнале стихотворение Мережковского «Будда». Заметила, что стихи плохие, но имя автора почему-то запомнила. В июне 1888 года литературная молодежь Боржоми обсуждала новость. На воды приехал буддист. Он ходит в халатах и ни с кем не разговаривает. «Вздор», — сказала Зина. «Никакой это не буддист, а Мережковский». Она и сама не поняла, почему память залпом выдала полузабытую фамилию. Но это был он, Дмитрий Мережковский, 23 лет от роду,
младший сын тайного советника, свеженький выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета, молодой сотрудник «Отечественных записок» и «Северного вестника». С первой же минуты знакомства Зина и Дмитрий начали спорить. В дневнике появилась запись. «Он умнее меня. Я это знаю. И все время буду знать. Он умнее меня. Я это знаю. И все время буду знать и помнить и терпеть». Этой мгновенно промелькнувшей мыслью я доказала, кстати, что умнее меня и нетрудно быть. Через 10 дней они уже знали, что поженятся. Дмитрий не делал Зине предложения, не признавался в любви, но однажды во время прогулки они заговорили о будущей семейной жизни как о решенном деле. На проигрывателе кружится пластинка. Прихожу на веселье я к подружке Зинке. Здравствуй, Зин, Зиночка, я к тебе по делу. У тебя пластиночку заела, 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 заела. На проигрывателе кружится пластинка. Прихожу на веселье я к подружке Зинке. Здравствуй, Зиночка, я к тебе по делу. У тебя пластиночку заел, заел, заел. На проигрывателе кружит. И так далее. Через полгода, 8 января 1889 года, Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус обвенчались в Тифлисской церкви Михаила Архангела. Дома новобрачные почитали вчерашнюю книгу, потом обедали. После чая молодой муж ушел к себе в гостиницу, а Зина легла спать и забыла, что замужем. Утром ее разбудила мать. «Вставай, муж пришел». Когда в конце 80-х прошлого века писательницу Нину Берберову спросили о семье Мережковских, она недобро улыбнулась. Семья? Это было все, что угодно, только не семья. Мы прожили с Мережковским 52 года, ни разу не разлучаясь со дня. Мы прожили с Мережковским 52 года, не разлучаясь со дня нашей свадьбы в Тифлисе, ни разу, ни на один день. Эксклюзивный формат их отношений заштампован определениями «духовный брак», «плодотворный творческий союз». Однако платонические отношения в браке – явление хоть и редкое, но не единичное. Уникальность семейного дуэта Гиппиуса и Мережковского в другом. Это был союз умнейших людей своего времени. Самого умного мужчины и самой умной женщины. Бердяев называл Мережковского самым образованным человеком в России начала 20 века. Дмитрию Сергеевичу прилепилось прозвище «Король цитат». Он знал несколько языков, прочитывал гомерические объемы книг. С Гиппиус еще интереснее. У нее не было образования, кроме домашнего. Она много болела и много читала. Ее лазареты, ее университеты. И тем не менее Ирина Адоевцева свидетельствует, что Зинаиду Николаевну многие считали умнее Мережковского. Она в тонкостях мыслей и чувств была на 25 голов выше Мережковского. Он питался ее игрой мысли. Во многом он вытяжка мыслей Зинаиды Николаевны. Исследователи единодушно признают, что цементирующая основа их брака была интеллектуальная совместимость, равенство умов. А как же любовь? Перефразируя Берберову, это было что угодно, только не любовь. Или больше, чем любовь. Наша нерушимая взаимная привязанность
чтобы не сказать... Наша нерушимая взаимная привязанность, чтобы не сказать любовь. Лишний раз слово «любовь», была слишком истинной, имела другие основы, чем какая-нибудь ослепляющая страсть или бездумное благоговение перед знаменитым супругом. Молодожены поселились в Петербурге. Мережковский познакомил жену со столичными литераторами и журналистами. Ответные визиты постепенно переросли в знаменитые воскресные журфиксы. Почти четверть века супруги прожили в доме Мурузи, о котором Андрей Белый писал. Воистину, в этом доме творили культуру. Все здесь когда-то учились. Здесь получили благословение Блок Андрей Белый, Бальмонт и Брюсов. Здесь собирались петербургские неохристиане, участники религиозно-философского общества. И Вячеслав Иванов вопрошал собратьев по перу. Русские символисты – это литераторы или уже пророки апокалипсиса? Пришел я в салон Мережковских. Навстречу мне его жена, поэтесса Зинаида Гиппиус. Я пришел одетым по-деревенски в валенках. А эта дама берет меня под руку, подводит к Мережковскому. Познакомьтесь, мой муж Дмитрий Сергеевич. Я кланяюсь, пожимаю руку. Гиппиус подводит меня к философу. Познакомьтесь, мой муж Дмитрий Владимирович. Есенин сделал вид, что не удивился. Слухи, что у изголовья постели Гиппиус висит ожерелье из обручальных колец, подаренных ей поклонниками. Сплетничали о лесбийских романах поэтессы. Слухи распускали обиженные ухажеры. Им доставались только поцелуи. Пусть демон хранит мое целомудрие. Я люблю и позволяю себе ангельские. Пусть демон хранит мое целомудрие. Я люблю и позволяю себе ангельские приятные поцелуи. Поцелуи оба равны. Ну а потом? Если бы совсем потерять эту возможность сладострастной грязи. Ведь я не хочу определенной формы любви, которая вызывает смех и отвращение. Нет ли во мне физической ненормальности? Однажды Мережковскому подкинули записку. «Покарала тебя Афродита, послала жену Гермафродита». В моих мыслях и желаниях, в моем духе я больше мужчина. Я больше мужчина. В моем теле. В моих мыслях, желаниях, в моем духе я больше мужчина. В моем теле я больше женщина. Они так слиты, что я ничего не знаю. С одной стороны, она вела себя как балованная, слегка ломающаяся девочка. Говорила капризно, любила розовое, наряжалась и красилась, как чертова кукла, а с другой могла появиться в обществе в мужской одежде. Леон Бакст изобразил ее в черном трико, для тех лет фантастически неприличном и скандальном наряде. Подписывала критические статьи мужскими псевдонимами, самый известный из которых – Антон Крайний. Антона Крайнего боялись. Приговоры его были убийственны. Критические статьи его пестрели определениями вроде «рыжая бездарность», «идиот», «недоносок», «кретин». Да, мы говорили о Гиппиус, что она не женщина. Мужчины называли ее женщиной ручной выделки. Кажется, истинное положение тел знал только Мережковский.
В письме к Розанову он писал: «Зина ведь не другой человек, а я в другом теле». Лаверды от Мережковского постучалась в двери в лице дамы модерн Евгении Ивановны Образцовой, духовной ученицы Дмитрия Сергеевича. Она вложила 3000 рублей в журнал учителя «Новый путь» и сбила его с пути истинного. Их далеко не платонический роман длился почти 2 года. Гиппиус снисходительно называла увлечение мужа комедией Пола. Соперницу публично величала милой божьей тварью, а в письмах к подруге уточняла породу твари – старая жаба. И, увидев ее на пороге своего дома, выгнала в зашей. Прихожу к печальному заключению, что я больше женщина, чем я думала, и больше дура, чем думают другие. Господи, как хочется смириться, отдаться течению волн, не желать, а только верить, что другие больше тебя желают. Не идти, а только чтобы тебя несли. Сказать себе: ну что я могу? Это самообольщение, гордыня. Пусть другие, они сильнее, а я слаба. Что же напрасно ломаю себя или ломаюсь? Ведь это смешно, вздор, грех, стыд, ложь. Это так, но потом нельзя теперь. Великий четверг, 29 марта 1901 года, в квартире на 5-м этаже дома в Мурузе прошло странное богослужение. 2 мужчин и 1 женщина совершили молебен, преломили хлеб, пригубили вино из церковной чаши, обменялись нательными крестиками, поцеловались и провозгласили рождение новой церкви Третьего Завета. Отцами-основателями новой церкви были Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус и Дмитрий Философов. Свой союз они нарекли троебратством. Философов подружился с семьей Мережковских, когда руководил журналом «Мир искусства». Он очень высокий, стройный. Он очень высокий, стройный, красивый. Замечательно красивый. До кончиков изящных пальцев рожден, чтобы быть эстетом. И при этом ненаносно, природно, религиозен. Очень глубок и вечно не уверен в себе. Представляя философа 2-м мужем, Гиппиус переплюнула всех идейных греховодников Серебряного века. Во-первых, 2-й муж появился в семье при полном одобрении мужа 1-го, официального. Во-вторых, троица открыто жила в одной квартире. В-третьих, философов был гомосексуалистом. И в-четвертых, Гиппиус отбила его у любовника. Да какого? Сергея Дягилева, российского Карабаса-Барабаса и основателя русских сезонов в Париже. Все знали, что он бьет мордой обидчикам, не снимая белых перчаток. А тут уступил после парочки скандалов. Поэтому философов ушел не к новому любовнику. Он искренне увлекся религиозными идеями Мережковского. Изучая Библию, Мережковский обнаружил, что на арамейском языке слово «дух» – женского рода. Родилась идея о том, что истинную Святую Троицу составляют Бог-Отец, Бог-Сын и Дух-Мать. 2 мужских начала и 1 женское. Как тут было удержаться от создания земной версии Святой Троицы, когда на кону спасение мира? Новую церковь Мережковский, Гиппиус, философов возводили благими намерениями. Мир гибнет от того, что забыл мать. Мужское возобладало над женским. Отец не спас мир, сын не спасает, спасет мать. Анна Павловна Философова, мать Дмитрия Философова,
известная деятельница российского женского движения. Ты бесхарактерный, и слава богу, тебя зацапала Зиночка, а не какая-нибудь кокотка. Что же касается до ее телесных экстазов, о которых так цинично рассказывают ее подлые поклонники, которым она их расточала, то мне нет до этого дела. Я лично ее не люблю, потому что она кривляка, но она умна и даст тебе ум. Хочу того, чего не бывает. Хочу освобождения. Я люблю Дмитрия Сергеевича, его одного. И он меня любит. Но так любят здоровье и жизнь. Он не видит чужой души. Он ею не интересуется. Он один без страдания. Он и не понимает, что тут мука может быть. А я хочу. Я даже определить словами моего чуда не могу. Господи, дай мне то, чего мне надо. Сделай не то, что я хочу, а что ты хочешь. В первый раз так понимаю слова, да будет воля твоя. Хочу того, чего не бывает. Одному Богу известно, что двигало Зинаидой Николаевной, когда она предложила Философову почитать свою черную тетрадь. Дневник с любовной грязью. Возможно, ей хотелось быстрее превратиться из декадентской Мадонны в простую женщину. Философов не оценил чуда. Более того, душевные кишки Зиночки вызвали у него отвращение. При страшном устремлении к тебе всем духом у меня выросла какая-то ненависть к твоей плоти, коренящаяся в чем-то чисто физиологическом. Это доходит до болезненности. Вот пример. Ты сегодня курила из моего мундштука, и я уже больше не могу из него курить из чувства специфической брезгливости. Все мое существо бунтует, и у меня отвращение к твоей плоти. Получив письмо отповедь, Зина предпочла не услышать отказ. Она ответила в тот же день письмом на 32 страницах с пространными рассуждениями о своем святом чувстве и божественной похоти. Люблю свои письма, ценю их и отсылаю точно маленьких беспомощных детей. Люблю свои письма, ценю их и отсылаю точно маленьких беспомощных детей под холодные, непонимающие взоры. Я никогда не лгу в письмах. Никто не знает, какой кусок мяса мои письма. Какой редкий дар, Господи. Прости меня за этих бедных деток, с которыми я так жестоко порою. Пусть они худы. Даю, что имею, с болью сердца, с верой в слова. Берегись прелести умствования. Где-то в тайниках души эти отцеживания умственных комаров доставляют тебе наслаждение. Ты все думаешь, что борешься с дьяволом. Увы, мне кажется, что ты борешься с Богом. И даже ставишь себя на одну доску с Ним. Это ужасно страшно. И я начинаю тебя ненавидеть. Ты или святая, или бесноватая. Во всяком случае, мне не товарищ. Общий стаж семейной жизни Гиппиус, Мережковского и Философова ни много ни мало 15 лет. Втроем они пережили революцию 1905 года, Первую мировую войну, революцию 1917 года и, наконец, 14 декабря 1919 года тайно бежали из Советской России через линию фронта в Польшу. Там их пути окончательно разошлись. Философов примкнул к террористу Савенкову, чтобы сражаться с большевиками и на словах, а на деле. В 40-м году в Биарице Тэффи сообщит Гиппиусу и Мережковскому о смерти Философова и ужаснется их равнодушие. Встречаю их на улице. «А что такое, умер?» – спросил Мережковский. «Да, неизвестно от чего», – спросил он еще. И, не дожидаясь ответа, сказал: «Ну идем же, Зина, а то опять опоздаем, и все лучшие блюда разберут. Мы сегодня обедаем в ресторане», – пояснил он мне. Вот и все. Любили ли они кого-нибудь, когда-нибудь, простой человеческой любовью?
Не думаю. Если бы меня спросили, какое главное свойство русских людей в наши дни, я бы ответил. Одиночество. Все, что соединяло людей, рвется, как гнилые нитки. И все, что разъединяет, разобщает их, уплотнилось, окрепло, стало между людьми, как стена. Человек человеку волк. Нет, человек человеку бревно. Мережковские обосновались в Париже. Каждый день в парке Булонского леса появлялась чудная парочка, на которую оборачивались даже видавшие виды парижане. Пожилая дама с моноклем в глазу, вытянутая, как шпиль, увенчанная широкополой шляпой, шла под руку с маленьким беспомощным мужчиной, повисшим у нее на руке. Композицию завершала рыжая лисица на плечах, украшенная розой и королевским орденом. Но никто не смеялся. Все знали, что это идут два больших русских писателя. Осенью 1928 года в Белграде состоялся съезд русских писателей-эмигрантов. И король Александр Сербский лично вручил награды Мережковскому и Гиппиусу. Дмитрию Сергеевичу достался Савва первой степени, а Зинаиде Николаевне второй. Уязвленная Зиночка назначила орден брошкой. До международной славы оставалось полшага. В 1933 году Мережковского, Бунина и Горького выдвинули на Нобелевскую премию. 10 сентября 1933 года сотни газет прокричали главную новость. Бунин – Нобелевский лауреат. Мережковский поздравил коллегу. Их добрые отношения выдержали испытание славой. Черная метка в безупречной биографии Мережковского появится незадолго до его смерти и примет форму свастики. В июне 1941 года Мережковский выступил по парижскому радио и приветствовал нападение Гитлера на Советский Союз. Писатель сравнил Гитлера с Жанной д'Арк и призывал его спасти мир от власти дьявола. Русская эмиграция объявила Мережковскому бойкот. Речь была направлена против большевиков и немцев. Мережковский уповал, что кончится кошмар, погибнут антихристы, терзающие Россию, и антихристы, которые сейчас душат Францию. И Россия Достоевского подаст руку Франции Паскаля и Жанны д'Арк. Злоупотребление символами опасно для репутации. В сознании публики остались только знакомые имена символы. Мережковскому припомнили, как перед войной он 2 года работал в Италии над историческим романом Данте по личному приглашению Муссолини и как прославлял душу. В те годы некоторые принимали фашистский режим за освободительное движение. Но Дмитрия Сергеевича заблуждения не простили. Жизни Мережковский увлеченно работал над биографией французской святой, маленькой Терезы. Ее статуэтка стояла рядом, украшенная цветами. Дмитрий Сергеевич часто повторял короткую молитву. «Благодарю тебя, Господи, что я никого не родил и не убил». Мережковский умер утром, 7 декабря, 1941 года от кровоизлияния в мозг. Домработница обнаружила его тело в соломенном кресле перед потухшим камином. В 1943 году Гиппиус записала в дневнике. Конец. Все умерли. И я... Духовно пока. Конец. Все умерли. Я духовно пока.
Незадолго до смерти она спохватилась, что не оставила мемуаров о великом муже. Торопясь, исписывала бисерным почерком тетрадки, но закончить воспоминания не успела. У нее отнялась правая рука, та самая, на которой во время прогулок повисал Мережковский. Ко всем несчастьям добавилась глухота. Декаденская Мадонна умирала, отвернувшись к стене. Рядом лежала дикая, облезлая кошка душеприказчица, принесенная кем-то из редких визитеров. Зинаида Николаевна ушла из жизни 9 сентября 1945 года в возрасте 75 лет. Белый обелиск над общей могилой Мережковского и Гиппиус был установлен на деньги французского правительства. Памятник украсили изображением Святой Троицы и последней молитвой. Да приедет царствие Твое. На проигрывателе кружится пластинка. Прихожу на веселье я к подружке Зинке. Здравствуй, Зин, Зиночка, я к тебе по делу. У тебя пластиночку заело, 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 заело. На проигрывателе кружит и так далее.